Вот хорошо, когда артисты не просто любят и ценят своих поклонников, а на деле это доказывают. Как, например, Влад Соколовский. К очередной встрече с своим фан-клубом певец подготовился по-особенному. Нет, это не концерт Влада Соколовского, и хотя он на сцене поет, но все же это обычная встреча с его фан-клубом. Реально у меня на кухне мы просто сели и решили, что надо что-то как-то креативить, потому что, ну, понятное дело, фан-встречи, все здорово, но надо что-то еще. В конечном итоге было решено исполнить уже отработанную до мелочей 40-минутную программу, но исключительно для своих поклонников. Мне просто хотелось посмотреть в глаза тем людям, которые любят мое творчество, посмотреть, наверное, ну, какое количество теоретически мы можем собрать, ну, так просто, написав об этом в Твиттере. И стоит заметить, что эта идея принесла свои плоды. На этот раз вместо 50 человек Владу удалось собрать сразу около 1500 своих преданных поклонников. А это уже не просто встреча. И вот так получается, Влад для своих поклонников готов на все, а они его решили обмануть, причем по предварительному сговору. Но признаться, эта ложь оказалась приятной. Напомним, эта встреча изначально приурочена ко дню рождения Соколовского, а значит, что без подарка с нее певец не уйдет. Нужен сюрприз. Поясним, поклонники решили подарить Владу еще один микрофон, на этот раз головной. Просто вручать его неинтересно, поэтому и провернули эту махинацию. В итоге певец выступал с ним, но еще не знал, что этот микрофон уже его. В ответ на это Влад устроил трехчасовую автограф-сессию, а все потому, что он искренне любит своих поклонников. Ну а те, в свою очередь, всегда и везде говорят о том, что